Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом ION. Проект ION – это проект на блокчейне, занимающимся вопросами играми. Этот проект даст возможность новым молодым разработчикам наконец выйти на большой рынок без опаски. Давайте пройдемся по сайту, по которому мы уже не раз с вами ходили, и дойдем до момента именно игр, которые уже выставила данная платформа. И тут появилась новая игра, я уже говорил об этом сегодня, появилась новая игра Partico. Перейдем на непосредственно по ссылочке, тут все кликабельно. Перейдем и посмотрим, что же это такое, игра это или приложение, зачем оно нужно, для чего, и я все объясню. Вот мы перешли по ссылке, и как мы видим, заголовок быстрое и красивое мобильное приложение для Steam. То есть мы понимаем, что это все для Steam. Все приложение, которое они сделали. Ну, это и понятно, ведь они с самого начала настроены на игры. Поэтому и приложение для Steam. Как мы видим, что можем скачать как для Google Play, так и на App Store. Это очень хорошо, потому что зачастую сейчас все делают в основном для App Store, забывая о Google Play. Забывая, что у нас есть хороший Samsung, помимо хорошего iPhone. Итак, что же это за приложение? Тут все описано, я вам пролистаю, покажу, обсудим. Сейчас я переведу сайт на русский. Как мы видим, быстро. И вот нам показывают слева, что очень быстро все мотается, ничего не глючит, все просто и красиво. Partico написан с использованием собственной технологии, которая обеспечивает быструю и плавную прокрутку и взаимодействие с пользователем. И действительно, я сижу в соцсетях, и у меня бывает такое, что надо быстренько дойти до какого-то момента, который был достаточно давно. Начинаю прокручивать, потом все встает, а потом уже загрузилось где-то дальше, и я не понимаю, прошел я это местечко, которое мне нужно было или нет. Тут такого не может быть, тут все хорошо с этим. Далее написано «красивый родной дизайн». Не знаю, как насчет родной, но то, что он красивый, понятный, простой, ничего сложного, как мы видим, все в меру. Это да, это есть. Разработан с использованием самых естественных и интуитивно понятных языков дизайна, что делает его невероятно простым и приятным в использовании. Ну, как я и сказал, собственно, вам. Полная функциональность. То есть позволяет вам делать все классные вещи в цепочке Steam, включая публикацию статей, продвижение, поиск, скользящий голос и многое другое. Также безопасный, с помощью Steam Connect ваш частный ключ никогда не получит доступ к Partico, и ваш токен доступа столь же безопасен, как и ваш телефон. Как мы понимаем, что они заморочились над этим приложением, прям действительно сделали не просто приложение, которое по стандарту должно быть простенькое, какое-то не сильно безопасное, которое можно легко взломать и с какими-то недочетами. Тут же все хорошо, хороший дизайн, очень много хороших... Сейчас, подождите. Задумок, которые были воплощены. И, собственно, вот это и есть Partico. Давайте вернемся на сайт ION. И все-таки подведем итоги. Как мы видим, ION не стоит на месте. ION постоянно развивается. Это очень хорошо, потому что они выкладывают новые игры. И игры, как мы видим, действительно стоящие. Ну, даже не игры, а и приложения, лучше сказать, чтобы всеобъемлющие были мои слова, потому что то, что мы сейчас с вами разбирали, было действительно приложением, а не какой-то игрой.
Как мы видим, пока я записывал видео, еще более 20 человек присоединилось к проекту ION. Поэтому и вы, если еще не присоединились, конечно же, присоединяйтесь к данному проекту. Ссылки будут в описании. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!